вес 86,5 килограмм. Профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа. Он является мастером спорта по кудо, неоднократным победителем турниров по карате. Из Бургаса, Балкария, Михаил Марков! Его соперник в красном углу. Бойцу 27 лет, рост 174 сантиметра, вес 86,1 килограмма. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Мастер спорта по дзюдо, чемпион Европы по дзюдо. Из Москвы, Россия, приветствуйте, Абукар Янциев! И инструктаж от рефери Вячеслава Киселева. Внимательно слушаем мои команды и деремся активно на движении всего боя. Руки пожали. Пакистан! Пока что мы снова увидели очевиднейшее превосходство в атлетизме. Да. Абукара Индиева над своим оппонентом Михаилом Марковым. Плюс, если исходить из статистики, Михаил Марков ярко выраженный ударник. В то же время, как Абукар, он и... и вот он борец, самый, и да, вот мы это и видим. Бросок и болевой на руку. В похожей манере. Что его брат, только гораздо быстрее. Ну, абсолютно вот идентично работают оба брата. И Абукара Адам пришел, увидел, победил, свалил. Ну и забрал выигрыш. Честно говоря, мы даже представляли дольше бойцов, чем проходил этот поединок. Безусловно. Причем мы видим, что побежал, кстати, вперед Михаил Марков на своего соперника. И тут же его поймал Абукар Яндиев. Невозмутимый Михаил Марков. Получит бесценный опыт. Уже получил. Да, я говорю, получен. Противостояние мастеру борьбы. А Абукар Яндиев, напомню, мастер спорта по дзюдо и чемпион Европы по дзюдо. Победу не решал Абукар Яндиев! Поздравляем Абукара. Да, увеличил он послужной список побед. Это теперь третья победа в его рекорде. Да, какой амплитудный бросок. Ну а дальше школа дзюдо сделала свое дело. 86,5 килограмм. Профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа. Он является мастером спорта по кудо, неоднократным победителем турниров по карате. Из Бургаса, Балкария, Михаил Марков! Его соперник в красном углу. Бойцу 27 лет. Рост 174 сантиметра, вес 86,1 килограмма. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Мастер спорта по дзюдо. Чемпион Европы по дзюдо. Из Москвы, Россия, приветствуйте, Абукар Яндиев! И инструктаж от рефери Вячеслава Киселева. Бойцы, очередь! Итак, правила помню, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды и деремся активно на движении всего боя. Руки пожали. Пакистан! Пока что мы снова увидели очевиднейшее превосходство в атлетизме. Да. Абукара Яндиева над своим оппонентом Михаилом Марковым. Плюс, если исходить из статистики, Михаил Марков ярко выраженный ударник. В то же время, как Абукар, он и... и вот он борец, самый, и да, вот мы это и видим. Бросок и болевой на руку. В похожей манере. Что его брат, только гораздо быстрее. Ну, абсолютно вот идентично работают оба брата. И Абукара Адам пришел, увидел, победил, свалил.
Ну и забрал выигрыш. Честно говоря, мы даже представляли дольше бойцов, чем проходил этот поединок. Безусловно. Причем мы видим, что побежал, кстати, вперед Михаил Марков на своего соперника. И тут же его поймал Абукар Яндиев. Невозмутимый Михаил Марков